Письма счастья уже спешат к нарушителям. Камеры, которые фиксируют нарушение скоростного режима, в городе заработали еще в прошлый вторник. Меньше чем за неделю выписано 1168 постановлений. Все нарушители ехали с запрещенной скоростью более 80 км в час. Суммарный штраф уже около 200 тысяч рублей. Штрафы за нарушение скоростного режима поступают в бюджет областной. Поэтому любой, кто оплатил штраф, внес свой вклад в бюджет области на благо развития области. В городе сейчас функционирует 8 стационарных постов, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Кроме того, в распоряжении дорожной полиции более 20 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений. Так что зоркий глаз техники может поджидать нарушителя где угодно. И нужно отметить, что дальше будет только больше и жестче. Применение нового оборудования, новых технологий позволит как раз и контролировать нарушение проезда на красный свет, нарушение пересечения стоп-линии, даже вплоть до непропуска пешехода или остановки на перекрестке. То есть, условно говоря, автолюбитель не успел пересечь перекресток, загорелся красный свет, он остался на перекрестке. То есть вплоть до таких даже правонарушений. Письма счастья скоро полетят и к любителям парковаться в запрещенных местах. В ГИБДД уверены, что эта категория нарушителей внесет весомый вклад в областной бюджет. Буквально со среды начинаем оцифровку города по дорожным знакам, которые запрещают стоянку транспортных средств. И будет уже приобретен прибор «Паркон», который будет фиксировать и нарушение правил стоянки транспортных средств. Поэтому нашим водителям надо быть готовым получать штраф в размере 1500 рублей. Видеофиксатор «Паркон» уже приобретен. Мониторинг стихийных парковок начнется со следующей недели. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.